Короче, борщ остался довариваться, мои хорошие. Ребят, хочу немножко пошутить над Одиссеем. Я с Бонечкой вышла. Еще надо вино купить. И я сейчас ему скажу, пошли угоним машину. Мою машину. Я хочу узнать, как он отреагирует. Это будет пиздец. Сейчас скажу Одиссей. А где моя собака? Бонни! Быстро иди сюда. Быстро. Не готов борщ еще, подожди. Одиссей, слушай, дело есть. Ты не ссыкливый? Ты не боишься? Пошли угоним машину, быстро. Чего? Быстро бери рюкзак, пошли. Оставь рюкзак, его никто не украдет. Пошли. Чего хоть? Пошли машину угоним. Быстро только, пошли. Я тебе говорю, я на себя все возьму. Бери, пошли. Какую машину? Мерседес. Пошли. Идем, говорю, вставай, идем, быстро. Ты что, боишься? Идем, говорю. Вставай, пошли, нас сейчас увидят. Бегом, побежали. Пошли. Идем, у меня ключи есть, идем. Я клянусь тебе. Пошли. Я на машине не могу. Я могу ездить, смотри, пошли. Ну и что ты хочешь? Поехали. Куда? Быстро, в супермаркет съездим и вернемся, давай. Быстро. Ну сейчас муж меня увидит, все увидят. Пошли. Вставай. Быстро, уже собака ждет. Пошли. Одиссей. Говорит, меня доведут эти девушки. Одиссей, я тебя прошу, вставай. Вставай, поехали. Только быстро. Да оставь, мы сейчас вернемся. Оставь это все. А, думает, нихуя себе. Я оставлю такую задачку. Такое. Ты ездить можешь? Я да. Ладно, поеду, только быстро. Одиссей, я не могу тут больше стоять. Давай, я тебя жду. Говорит, ты меня доведешь. Оставь эту горелку, мы сейчас вернемся. Одиссей, быстро, сейчас нас увидят. Я хочу спокойно посидеть. Там, где я, спокойствия не жди. Побежали. Оставь горелку, мы сейчас вернем. Ты что думаешь? Ага, он в кусты спрятал ее. Хорошо, побежали. Побежали, быстро. По-моему, тут какая-то машина белого цвета. Боня, побежали. Боня, побежали, быстро. Блянь, то Боня тоже боится. Побежали. Бежим, сынок. Одиссей, бежим, все бегут. А все бегут, 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 бегут. Какая машина? Даже не знаю, надо клацнуть. Блядь, я где-то ключи, короче, нашла. Подожди. Вот, смотри, вот эта машина. Садись, бегу. Быстро, Боня, запрыгивай. Боня, смотри, машина какая-то, не знаю. Блядь, как открыть ее? Боня, быстро запрыгивай, быстро. Быстро запрыгивай. Садись, бегу. Быстро сади. Да, ты, блядь, садись, говорю. Да, они что-то до меня. Не знаю, что. Ты вообще чем занимаешься, Алена? Я киднеппингом. Я ворую людей, на органы сдаю. Да? Да. Да? Пристегиваемся. Короче, это, это моя машина, успокойся, блядь, еще меня за тебя оштрафуют. Не надо. Пристегивайся, меня сейчас оштрафуют, клянусь тебе. Да мне, блядь, 100 евро штраф, нахуй надо. Пристегивайся. Вот дурочка, я же полицейский. Да то, что ты полицейский, это понятно. Ты только не ори там в окна, ладно? Это я ходила пошутить над тобой чуть-чуть. Да. Вы надо мной шутите все. Говорит, да. Поменяй. За это моя машина, успокойся. Я же не криминал. И куда ты летишь? В Лиду. Хорошо, как музыку включила. Да не беспокойся. Поехали. Никто тебя не тронет. Никто тебя не тронет. Да. Я же капитан. А ты испугался, когда я сказала, давай украдем машину? Ага. Слушай, ну я же могла и дальше играть с тобой.
Я просто подумала, если ты подумаешь, что это чужая машина, чтоб ты мне чуть не насорил здесь. А что ты увидел, что я... Вина хочу. Еды тебе какой-то купим. Ну что мне, блядь, а что мне сделать? Борщ варится, а хули мне делать-то? Я поубирала в квартире, понамывала. Весь дом отмыла. Все сделала. Что мне еще делать? Что-то у тебя борщ... Да, знаешь почему? А знаешь почему? Потому что я поставила на очень маленький огонь. Я думала, что он будет себе там аккуратненько стоять вариться, а он, блин, вообще ни хера не варился. Извини, я туда не могу идти. Тебя не пускают туда? Ну сиди там, да. Я лучше тебе дальше не пускаю. Слушай, только ты ж Бонни никуда не выпусти. Да не, я быстро туда схожу.